Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня снова закупка продуктов, ну, по традиции уже раз в неделю из магазина Лента. В этот раз у меня вышло где-то на 6 с хвостиком, но у меня была дополнительная скидка 10%. Там еще была какая-то в Ленте акция, выдавали какие-то купончики, стираешь защитный слой, и там получается какая-то скидка. Вот у меня попала скидка 10% к чеку, так что получилось на 6 с хвостиком, что это очень, конечно же, приятно. Но сейчас покажу вам свою закупку. Итак, вот такая вот закупка. Ну, по объему у меня практически всегда одинаково, и набор продуктов практически всегда тоже одинаковый. Значит, давайте начнем с мяса по традиции. Купила вот такие вареники с картофелем. У меня их очень любят. Они, кстати, очень вкусные. Вот эти морозка. И да, я покупаю фарш и готовый уже. И покупаю вареники и пельмени. Тоже уже готовые. И у меня все хорошо. Дальше купила вот такую курицу. По 109 рублей она была. Ну, наверное, целую ее как-нибудь запечем в духовочке. Также кусочек мяса такой неплохой. Это окорок свиной. Он получился почти на 1,5 килограмма по 189 рублей. 282 рубля. Вот такой неплохой, кстати. Не так много жира в нем. Дальше еще взяла куриную грудку на косточки. Косточка у меня пойдет на суп. Сама грудка, наверное, на, ну, что-то из серии домашних наггетсов. То есть курица в панировке по 179 рублей. Так, дальше у меня здесь колбаска, вот такая лентовская, наша любимая, снова ее повторили. И еще взяла вот такой кусочек тоже попробовать, праздничная какая-то колбаска. Не знаю, отличается она чем-то или нет, но, в общем, попробуем. Так, дальше у меня здесь сыр, вот такой пошехонский взяла. И вот такой вот какой-то ровенький российский, вот такой по 389, пошехонский по 324. И упаковку сосисок взяла, также взяла плавленый сыр, это я буду делать суп с сосисками, очень у нас их любят. Дальше здесь у меня соусы, вот такая аджика от Махеев. Вообще от Махеев соус очень нравится. Соусы, кетчуп очень вкусные. Также взяла вот такую большую бадью соевого соуса классического. Он, кстати, был на распродаже. В основном его используем для маринада какого-то или, ну, в общем, куда-то добавляем. Так, дальше у меня здесь вот такой, вообще, на самом деле, я почему-то думала, что это сливочное масло, но оказалось, это, когда уже приехала домой, увидела, что это со сливочным маслом, маргарин, вот, но что-то я как-то, видно, увидела маслом и подумала, что это масло. В общем, взяла на выпечку 3 упаковочки, я его храню в морозилке, просто в морозилку бросаю, когда нужно, я достаю и что-то делаю. И вот такое масло Вкуснотеево, наше любимое, оно на, ну, просто на бутерброды, скажем так. Так, дальше молоко, как всегда, вот такое большое. Сметана 10%. Творожный сыр вот такой вкусный, кстати, вот Хохланд. И еще взяла вот такие, такой снежок из Вологды. Первый раз увидела, в основном какой-то другой был, я покупала снежок. Вот, в общем, взяла 3 штучки, не знаю, попробуем. Так, дальше у меня здесь хлеб, каравай, вот такой батон лентовский, кстати, хороший батон, но, по крайней мере, в нашей Ленте очень хороший. И вот такой вот еще взяла, он был на скидках, от Фазер, вот такой, кстати, тоже очень вкусный, но обычно продукция Фазер достаточно дорогая, я обычно беру, когда есть скидки. Так, дальше у меня здесь различные всякие вкусности, вот такие ломтики, тут сырочки, вот такие взяла в этот раз, вот это какие-то новенькие, вот такие, видите, суфле со вкусом, с разными, в общем, вкусами здесь. Вот эти вот, кстати, сырочки тоже очень вкусные, очень нравится Светлогорье, вот, тоже всякие разные набрала. И еще взяла, были на скидках, вот эти вот батончики. Корни у меня муж их берет с собой, в машину бросает. И также сын у меня, когда остается на продленку, я ему даю вот такой. Он у меня на обед не ходит в школе, потому что кормят в школе ужасно. В общем, я ему что-то даю обычно с собой. Так, также здесь у меня греча, вот мистраль. И прям вот такая огромная упаковка, тоже была со скидкой. Здесь 2 килограмма. Вот
такую вот взяла. Ну вот, как раз нам надолго хватит. Также купила вот эти спагетти Барилла. Они тоже были на скидках. Но, кстати, Барилла часто бывает на распродаже, но не все изделия. Вот были только спагетти в этот раз. Вот какой-то номер 5 и номер 1 я взяла. Так, дальше взяла кильку в томатном соусе. Кстати, я обожаю кильку в томатном соусе. Просто вкусняшка. И взяла вот такую сайру на какой-нибудь салатик. Она тоже была со скидкой. Кстати, вот этой марки Доброфлот. Я уже что-то покупала, и было вкусно. По-моему, кстати, также сайру покупала. В общем, на скидочку взяла две баночки. Также из хлеба я взяла две штуки вот такой биты. Тоже мужу делаю на работу. Или просто на завтрак я ее разрезаю. И туда, в общем, и лист салата, огурец, помидоры, могу какое-то мясо положить. В общем, такой, ну, как бы вариант бутерброда, только без булки. Так, также у меня здесь вкусности еще. Вот такие конфетки барбариски. Младший у меня попросил чупа-чупсы. Я, правда, порвала пакет. Вот такие мини он у меня любит. И это мои любимые батончики. Вот этой марки Rotfront. Очень-очень люблю их. Я вообще обожаю. Стараюсь себя, конечно, контролировать. Но вот в конфетный отдел мне нельзя заходить. Потому что если я вижу там батончики, я их обязательно себе покупаю. Но, как вы знаете, я себя ограничиваю в таких вещах. Даже сейчас, когда уже не худею. Но все равно. То есть у меня одна кружка кофе, максимум две конфеты. Вот. К батончикам это тоже относится. Но это мои самые любимые конфеты. Еще халву в шоколаде очень люблю. Так, дальше у меня здесь фрукты, овощи. Значит, что-то у меня тут все порвались пакеты. Взяла баклажаны. Снова буду делать по тому рецепту, который я вам показывала уже, с помидорами и с луком. Вот они по 59 рублей. Соответственно, купила еще помидорки по 33 рубля. И здесь вот у меня лежит лук. Как раз купила для баклажан по 14 рублей. Также купила свеклу. Вот тоже, видите, пакет порвался. Что-то либо в ленте такие пакеты, либо что. Не знаю, сейчас покажу. Вот свекла эконом, 14 рублей. Я буду, во-первых, хочу борщ сварить, а во-вторых, хочу сделать такую заготовку для свекольника. Потом вам покажу в влоге тоже, ну, заморозку, заготовку на зиму для свекольника. Это очень удобно, когда вот, допустим, вы работаете, некогда, но нужно сварить какой-то супчик, получается очень вкусно. Я потом во влоге покажу, как делаю. И к нему же я докупила морковку по 17 рублей. У нас есть своя морковка, уже выросла. Но у нас ее хрумкают дети, поэтому я решила, что лучше нашу свеженькую деткам, а вот эту я на заготовку отправлю. Так, еще здесь из фруктов у меня бананы. Вот такая веточка, тоже такие прям они ароматные, по 50, ну, считайте, 59 рублей. И купила немножко винограда. Так как он быстро достаточно портится, я как-то много все время не набираю. Вот такой розовый. Я обожаю розовый, красный виноград, черный виноград по 119 рублей. Это я, можно сказать, себе. Дети у меня не любят такой, потому что там есть косточки. Они у меня в основном вот такой киш-миш едят, без косточек. И он не сильно сладкий, вот по 70 рублей. Это я купила деткам веточку. Дальше у меня здесь еще вот эта актуалька, которую меня обожают. И купила два маленьких сока. Яблочный и гранатовый. Гранатовый я тоже, кстати, очень люблю. Так, дальше докупила вот такое средство для стирки. В принципе, у меня сейчас средства всякие есть. Вот. Ну, докупила. Значит, дальше. Тем более он был, кстати, со скидкой. Купила вот такую Макфа муку. Упаковку, так как выпечка, да, у меня сейчас. Вот, яйца C0, две упаковки сахара 365 дней, которые. Дальше у меня здесь арбуз по 17 рублей. И здесь у меня для котов-собак. Значит, для котов взяла вот такой Пурина для стерилизованных кошек. Он тоже, кстати, был со скидкой. И вот такие вот эти вот пакеты. У меня коты уже в возрасте, их уже не отучишь ни от чего. Тем более с самого рождения они, в общем, кушали вот такую вот ерунду. Так что да, коты у меня вредные. Вот, и купила, докупила крупы собачки. Взяла, ну, я обычно сразу все по две беру, чтобы
чтобы потом голова не болела, перловку 2 упаковки и еще вот такие макарошки-спиральки. Кашу собаки мы никогда не варим на, допустим, только макароны со свининой. Конечно же, такого нет. Добавляется всего по чуть-чуть. То есть макароны чуть-чуть для сытости, когда, допустим, мало мяса, скажем так, у нее в каше. Ну, перловка, она полезна. Так что вот такая вот у меня получилась закупка. Ну, с учетом скидки 10%, я считаю, что очень даже недорого вышло. Вот, и сейчас покажу вам чек. И вот показываю чек, постараюсь помедленней. Я так понимаю, что здесь цены уже указаны с учетом вот этого купона в 10%, насколько я поняла. Потому что отдельно он нигде не прописан у меня. Ну, сколько скидка получилась по купону, я имею в виду. Вот, итого сумма составила 6052 рубля. То есть, видите, скидка 2218 рублей. А акционных товаров у меня не так много, поэтому получилась вот такая скидка, что очень-очень даже приятно. Так что вот такая вот закупка у меня получилась. И на самом деле вот эта скидка в 10% дополнительных, ну, такая прямо заманчивая и очень-очень приятная, скажем так. Вот, ну и на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую, до новых встреч!